Всем привет, друзья! Это канал 128, и сегодня у нас на обзоре крутые машинки, которые разлетаются вдребезги. Мы сегодня их разобьем, посмотрим, как они разлетаются. Называются они Crash Fest. Это игрушка от OneToy. Бьется вдребезги, смотрите. Два игровых режима. Существует 24 штуки, их вообще в серии. Вот, 24 модели в коллекции. Вот здесь вы можете посмотреть, какие бывают. И здесь два режима переключаем. Режим игры, режим Crash Fest и режим гонки. Давайте откроем, посмотрим. У нас уже такая вот была. Итак, здесь подложечка. Здесь небольшая инструкция, как машинка собирается. Есть переключатель режимов. Вот он, когда замок положение открытом, вот так вот, она может разбиться, когда ударяется бампером. Когда в закрытом, с ней можно играть в обычном режиме. Машинка имеет инерционный механизм и выглядит, в принципе, очень даже прикольно. Смотрите, какая здесь прикольная, какие прикольные изображения. Есть у нас вот такая еще беленькая. Будем мы их сегодня проводить для них тест. Вообще, друзья, кстати, у нас есть вот такая вот машинка. Уже давно, просто решили вот сейчас сделать обзор, но дверь одна уже здесь потерялась, и мы ее найти не можем. Так что побьем все эти три машинки. Давайте вообще посмотрим, как они ездят в обычном режиме. Вот инерционный механизм заводим. И машинка едет. Соответственно, здесь то же самое. Давайте переключим теперь в режим Crash Fest или Crash Test. И попробуем, посмотрим, что произойдет, если мы ее ударим в стену. Отвалилась дверь, друзья. Но иногда, сейчас будем экспериментировать, иногда она разлетается вообще вся в щепки. Давайте теперь с этой то же самое сделаем. Так, что-то она, не слышу щелчков, заведем посильней. Тоже дверь эту отвалилась. Ну, в общем, вот смотрите. Взял в руки и отвалилась дверь вторая. Ну, давайте в таком же положении, теперь их столкнем друг с другом, эти машинки. Главное теперь попасть. Ничего не происходит. Тоже ничего не происходит. Значит, не получили машинки достаточного ускорения. Пробуем еще разочек. И вот разлетелись двери. А одна машинка разлетелась полностью. Смотрите. У нее отвалилась все задняя и передняя часть. Она вся разваливается. Это оказалось покрепче. Давайте посмотрим на принцип работы. Вот в открытом положении, когда машинка ударяется в бампер, сейчас мы попробуем нажать на бампер. Вот это вот немножечко заедает. Но вы видите, да, что корпус весь отходит. Дальше от удара он просто разлетается. Давайте попробуем вот с этой вот. И вот она разлетелась вдребезги. Немножко больше усилия нужно приложить для удара, и тогда машинка разлетается вдребезги. Давайте попробуем теперь все это дело собрать. Покажу вам, как это собирается. А также, кстати, я уже... вот здесь остался бампер у нас белый. Значит, это от белой машинки. А также попробуем в замедленном это тоже дело посмотреть. Итак, значит... Защелкиваем сюда переднюю часть машины, потом багажник, потом берем крышу вместе с лобовым стеклом, тоже все это дело защелкивается, и потом уже двери, вставляются двери, защелкиваем в режим простой игры, и в таком режиме она не разваливается, и ей можно играть просто как обычной машинкой.
Давайте соберем следующую, то же самое, в той же последовательности. Значит, сначала у нас это капот. Багажник не тот, вот этот багажник. Крышу. Так, где наша крыша? Вот так, защелкиваем все это дело. И дверь. Она у нас одна, вторую мы уже давно потеряли. И теперь грузовичок большой. Так, друзья, что-то у меня тут... А, вот все получилось. Теперь заднюю часть. Крышу. Все это дело защелкивается. И теперь двери остались у нас. Все это очень легко защелкивается, собирается и очень прикольно можно поиграть. Устроить настоящую войну между машинок и играть по такому принципу можно, да, у кого сколько больше частей отвалится, кто кому какой урон больше принес. Давайте я покажу на примере вот этой машинки. Принцип удара тоже. Так, за что мне его? За колеса буду держать. Вот когда машина бьется бампером, она отлетает сразу двери, и эти запчасти отлетают. Давайте теперь все это в замедленном посмотрим еще, друзья. Ну что, давайте создадим какую-нибудь искусственную преграду, например, вот такую вот лампу. И здесь будем бить машинки. Итак, возьмем такой ракурс. И теперь на замедленной съемке посмотрим, как разбиваются эти машинки. Итак, друзья, смотрим. Самое интересное. Еще разочек. Итак, друзья, давайте теперь мы с вами устроим настоящий чемпионат. То есть проведем соревнования, будем сталкивать эти машинки друг с другом. И проверим, кто же самый крепкий окажется из этих автомобилей. Как вы думаете, кто будет победителем? Я так, ну, внушительно, да, выглядит грузовик. Я так думаю, что он должен быть. Но не факт, друзья. Давайте посмотрим, кто же будет победителем из этих машин. Итак, давайте сначала сведем вот эти две пары, посмотрим, кто же из них окажется крепче. Итак, друзья, как вы видите, я задел камеру, и все пошло немножечко не по плану. Смотрите, вот тут валяются запчасти от машин. Все, что от них осталось, это все, что осталось от грузовика. Вот его части кругом. А вот белая машинка, несмотря на то, что очень сильно пострадала, она практически потеряла только двери. Так что будем считать победителем ее, наверное. И попробуем теперь следующую пару. Итак, в финал у нас выходит белая машинка и черная машинка. Я не знаю, как их назвать. Вот эта вот глазастая машинка
И вот такая вот, не знаю, как Need for Speed, по-моему, да, тачка очень похожа, по крайней мере. Давайте выявим победителя, наконец-таки, из этих трех машин. Друзья, вы видели, что произошло? Они развалились в щепки обе. И я даже не знаю, что вам сказать. Здесь остался только бампер. Вторая упала со стола. И во второй тоже остался только бампер. Ну, собственно, он и не отваливается. Это механизм. Ну, что сказать, друзья, будем считать, что это боевая ничья. Итак, друзья, в общем, если вам понравился этот обзор, поставьте обязательно лайк. Всем пока, вы были на канале 128. Машинки просто супер, просто огонь.